Так, привет, друзья. Машина Deo Tico. Значит, карбюратор ее родной. Это моя вторая машина. Значит, смотрим. На улице зима, машина без подсоса не заводится. Значит, вот этот карбюратор уже не подогревается тосолом. То есть, собственно, и подсос здесь не работает автоматически. Значит, выход простой. Режем, либо убираем вот эту пружину отсюда. Ну, естественно, на снятом карбюраторе. Вот, я ее тупо напополам распилил побыстречку. Что было у меня, трос ручника. На хомутиках присоединил трос от ручника. Значит, ну и тягу здесь придумал. И теперь у меня подсос, как на нормальных машинах, механически, от руки. Вот, вывел, тросик сделал здесь, натянул, подсос у меня есть. Давил, подсоса нет. Все, как-то так, проверяем. Вытягиваем, ставим нейтраль, заводим. Вот, машина сейчас на подсосе. Вот, убираем подсос. Оп, обороты спали. Она уже прогрета, машина работает. Все, если что, лайкайте.